В Магадане власти муниципалитета держат на контроле программу формирования доступной городской среды. На выездном совещании мэр Магадана Юрий Гришан и подрядчики проверили два объекта по улице Портовой и Набережной. На первом специалисты почти завершили строительство пандуса, чтобы люди с ограниченными возможностями могли выходить на улицу. Также в подъезде поменяли двери до ширины коляски. На втором объекте другая ситуация. Здесь другое решение вопроса. Невозможно было сделать пандус. Здесь будет установлен лифт. И с помощью лифта инвалиды-колясочника, родственники будут опускать вот на нижнюю площадку и дальше вот гулять по двору, там, посещать какие-то общественно значимые мероприятия, лечебные учреждения и так далее. Юрий Гришан поручил подрядчикам устранить недочеты на объектах. Адаптировать подъезд планируют в еще одном доме по набережной. Там установят подъемник. Мэрия города и правительство области работают над тем, чтобы в новых домах предусматривали квартиры, которые соответствуют всем требованиям.